Здравствуйте, друзья! В прямом эфире канала «Аспекты Башкортостан» начинается проект «Аспекты ЖКХ», который ведут два сразу ведущих традиционным образом, то бишь это я, Руслан Валиев, и Вадим Беляков, который находится на прямой видеосвязи со студией. Вадим, приветствую тебя! Приветствую, Руслан, приветствую наших слушателей, приветствую гостей, приветствую всех. Да, значит, я должен сказать, что трансляции у нас идут в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках. Ваше участие активное с помощью лайков, а также сообщений всячески приветствуется. Для этого используйте чат YouTube-трансляции. И я с удовольствием представлю нашу сегодняшнюю первую гостью, начальник юридического отдела МУП спецавтохозяйства города Уфы, Эльвира Валиахметова у нас сейчас прямо вместе с нами. И одну из тем, которую мы сегодня заявили, а именно ситуацию с мусорным полигоном в Черкассах и по поводу планов там, развития этого вопроса, мы с ней будем обсуждать. Вадим, тебе слово. Да, Руслан, спасибо. Эльмира, добрый день еще раз. Добрый день. Смотрите, то есть цель нашего общения сегодня, да, потому что за последнюю неделю было, ну, как минимум несколько публикаций в СМИ по поводу полигона. Была информация там по проверке прокуратуры Уфимского района, по Роспотребнадзору, о том, что сейчас объемы мусорного полигона, скажем так, уже там, ну, переполнены или дошли там до критичных, остаточная вместимость там какая-то небольшая осталась. Плюс вчера в Курултае министр природопользователя Фазылов говорил о том, что, ну, могу процитировать, да, что там попытки рекоператора получить положительное заключение госэкспертизы по модернизации полигона он считает нецелесообразными. Вот. Ну, вот в связи с этим хотелось понять в целом позицию города, позицию МУ спецавтохозяйства по работе полигона. Ну и как вы оцениваете вот эти новостную повестку, то есть что говорят эксперты, что говорит министр и так далее? Угу. Ну, прежде всего, хотела бы пояснить то, что по проверкам, вот вы затронули тему проверок. Да, проверки были, но они были, получается, в 2020 году, и по ним было вынесено постановление о привлечении нас к административной ответственности. На тот момент постановление вступило в законную силу, и штраф, как бы назначенный, был оплачен. Это вот первый момент. Эльмира, прошу прощения, если буду перебивать. А штраф по какому вопросу, то есть за что были привлечены к ответственности? Ну, если вот по сегодняшней теме, по вопросу полигона, здесь было наше привлечение связано с тем, что нами было несвоевременной и недостоверная информация о состоянии окружающей среды было предъявлено на тот момент. Это было все в 2020 году. Естественно, это с тех пор уже нами были предприняты меры. Это было максимально предприняты с нашей стороны меры по максимальному устранению выявленных фактов. Назначенный штраф был оплачен. Так. Вот, что я могу пояснить. По вопросу госэкспертизы в отношении именно полигона, но в настоящее время не проводились. Так, тогда, если можно, уточню еще, да, потому что тот же самый Башинформ пишет о том, что вот по результатам этой проверки полигон якобы исключен из государственного реестра объектов размещения отходов. То есть вот это так, не так, что это значит вообще? В настоящее время, да, в СМИ, всего лишь в СМИ прошла информация о том, что да, на самом деле есть приказ Росприроднадзора, но как мы знаем, как мы понимаем, наверное, слушатели-юристы меня поймут, нормативно-правовой акт, получается, уже вступившим в законную силу только после его опубликования. Если мы откроем сайт Росприроднадзора, мы этот приказ пока не видим. Соответственно, говорить о том, что мы исключены, пока, наверное, преждевременно. Так, а
Тогда давайте тоже уточним, а приказ-то это о чем, то есть что в нем звучит? Это первое. И второе, ну, наверное, официальным органом публикации НПА, ну, нормативно-правовых актов у нас не сайт природнадзора, да, является, а там, ну, как минимум... Право ГОФ. Да, право ГОФ или вестник там правовой информации и так далее. То есть вот здесь-то что происходит? Ну, право ГОФ также не содержит, но насколько вот исходя из практики, да, насколько мы смотрели этот вопрос, рассматривали, все-таки в первую очередь приказ появляется на сайте Росприроднадзора и параллельно публикуется на право ГОФ. То есть оба сайта пока на сегодняшний день такую информацию не содержат. А в итоге-то этот приказ о чем? То есть что в нем написано? В приказе указано об исключении, но опять-таки мы вот только тоже знаем о данном приказе со СМИ. Мы, конечно, с редакцией приказа ознакомились, и там указано об исключении из государственного реестра объектов размещения отходов нашего полигона, то есть который находится в Черкасах. Окей, ну давайте предположим, что приказ, скорее всего, где-то есть, но, например, его не выложили. Какие последствия в целом для вас, как спецавтохозяйства, и для города этот приказ несет? Можно узнать? Ну, в соответствии с... Запрещено ли вам туда отвозить, да, скажем так, или, то есть, ну что вы делать-то будете с этим? Обжаловать, может быть, приказ будете? То есть какие планы? Планы у нас будут, мы же как рекоператор, у нас же есть заключенное соглашение, в соответствии с которым у нас действия наши будут согласовываться с Минэкологией. В конце концов, у нас есть учредитель в лице администрации, с которым также наши действия будут согласованы. Поэтому, наверное, комментарии в сторону того, что мы будем в дальнейшем предпринимать, это, наверное, пока... Об этом говорить рано. Это первый момент. К чему приведет официальное опубликование этого приказа? То есть у нас не будет возможности размещать отходы на полигоне. Так. И какие возможные другие варианты? То есть что делать-то будете? Возможные варианты пока рассматриваются. Ну, если это не секретная информация, ну, хотя бы там... В общих чертах. Ну, вопрос-то важный для жителей, да? Мы же понимаем, что... Крайне важный, я согласна. Если мусор не будет вывозиться там на ближайшую, условно, свалку, да, или полигон в Черкасах, то что будет с твердобытовыми отходами-то? Данный полигон обслуживает миллионный город, город Уфу, и плюс еще, если не ошибаюсь, 4 района муниципальных. 14 даже, по-моему. Нет. 14 это САХ обслуживает. Да, мы обслуживаем как рекоператор. Угу, угу. 14 районов. Ну, условно говоря, есть ли среди вариантов все-таки строительство нового полигона? Я не знаю, возрождение проекта полигона в Благовещенске как вариант? Ну, вопрос крайне тяжелый. Честно, это не в моих компетенциях сейчас как бы заявлять о строительстве нового полигона. Вы понимаете, то, что это очень трудоемкий процесс, очень дорогой. Финансовый, угу. Да, дорогой. Вот. И требования законодательства постоянно меняются к строительству полигона. Про это тоже не надо забывать. И это решение ни одного дня, это решение ни одной организации, ни одного даже госоргана. Вот так могу сказать. Ну, смотрите, Эльмира, а получается сейчас пока, условно, твердые отходы, они пока вывозятся туда, на этот полигон? Пока мы абсолютно как бы в рамках закона, да, размещаем ТКО на полигоне, как и прежде. А вот смотрите, тогда можно тоже немножко кратко про сам полигон, да, то есть вот с чем, исходя из чего возникло, скажем, понимание у чиновников там Росприроднадзора или прокуратуры, что он, ну, либо исчерпал свою возможность, да, то есть там какой-то определенный тоннаж или объем кубических метров, да, там предполагается. То есть почему этот вопрос в принципе-то возник? Ну, небольшую предысторию, если можно. Предысторию... предысторию, но нами в настоящее время как бы производится
проектные работы, которые позволят вообще эксплуатировать данный полигон до 2023 года. Вообще до момента вот, как бы возникновения вопроса исключения этого полигона из ГРРО нами вплотную производились работы по реконструкции этого полигона. То есть силы и возможности этого полигона, я вот могу сказать, наверное, еще есть. Ну, то есть это, я понимаю, что вы как организация, которая его обслуживает, вы понимаете, ну, скажем так, технически, да, что где-то там можно еще что-то использовать. Единственное, вам теперь это осталось доказать перед другими госорганами, которые бы подтвердили, да, вашу точку зрения. Ну, можно и так сказать. То есть у нас сейчас как бы есть привлеченная подрядная организация, которая занимается разработкой проекта по реконструкции этого полигона. А данный проект после прохождения государственной экологической экспертизы даст нам возможность использовать этот полигон до 23, получается, в течение еще 23 лет. В течение 23 года, вы хотите сказать? Нет, 23 лет. Еще до 45 года? Да. И вот вы сейчас этот проект как раз пытаетесь защитить, да, если я правильно понимаю? Ну, да, он в процессе разработки. Проектная документация, и в последующем она будет представлена Росприроднадзор для получения заключения по этому проекту. А по вашему мнению, вот это заключение, ну, оно же тоже там, наверное, не месяц, не два будет там приниматься решение, то есть сколько это может продлиться? Ну, исходя из опыта. Исходя из опыта, даже не могу предположить, честно. Так, ну, если это от многих факторов зависит, честно. Ну, смотрите, если можно, подытожим, да, чтобы вас тоже там не задерживать. Получается, что на текущий момент сам полигон работает, то есть вы туда твердые коммунальные отходы отгружаете, да, скажем так. Есть некое опасение, что приказ где-то в недрах есть, и он когда-то там выплывет на поверхность, и ситуация, скажем, с его эксплуатацией может прекратиться? Ну, собственно, да. Если... Кроме того, как увеличение самого полигона, скорее всего, какие-то еще и запасные варианты, да, то есть, наверное, там, ну, как вот Руслан говорил, тот же там Благовещенск, там Кушнаренко где-то я слышал, да, какие-то иные варианты. Ну и... Да. За эти варианты, к сожалению, САХ в лице меня, наверное, ответственности не я может. Я понимаю, что вы там тоже, наверное, да, вы не можете все вещи рассказывать, да, и там есть более там, высокие руководители, да, которые принимают решения. И вот подводя к этому, то есть как вот, кому, скажем так, обратиться, у кого узнать, когда все-таки будет там у города или у спецавтохозяйства понимание по разрешению этой ситуации? То есть у кого спрашиваете? У директора спецавтохозяйства, у главы города, там, у министра недропользования, да, это, вернее, природопользования? Кто конечный человек, который сможет, или там глава республики, может быть, да, я не знаю. Наверное, решение... должно произойти, я не знаю, может, за круглым столом, потому коллективным, потому что здесь я не могу сказать, что именно кто-то должен нести ответственность. Угу. Но так, последующее ну, размещение. Спасибо. Руслан, есть, может быть, еще что-то? Нет, я как бы вот жду, что мы закончим этот блок. Так, ну спасибо большое за комментарии. Надеемся все-таки, что город, ну то есть основная проблема, что он не погрязнет, да, там вот в этих, которые на оперативках периодически показываются куча мусора, да. Желаю вам удачи, желаю вам вопрос этот все-таки разрешить и найти некое там соломоново решение, которое позволит эксплуатировать либо полигон, либо как-то утилизировать наши отходы. Угу. Которые, по-моему, говорили, увеличились там на 9%, да, там вот в этом году. Да, есть такая информация. Есть. Население растет.
Да. Начальник юридического отдела муниципального предприятия спецавтохозяйства по уборке города Уфы Эльмира Валиахметова была вместе с нами. Всего доброго, Эльмира Керамовна. Мы отключаем вас. Спасибо. И продолжим наш разговор. Значит, я должен сказать, что тем временем, пока мы общались с Эльмирой Валиахметовой, к нам присоединилась еще одна участница нашего разговора, гостья, правозащитница Альмира Жукова. Альмира Рашидовна, здравствуйте. Так, мы вас не слышим. Нужно понять, что у вас с микрофоном. Но так или иначе, я и слушателям нашим должен сказать, что у нас ведь тем сегодня запланировано сразу несколько. Вот мусорный полигон в Черкассах мы обсудили. У нас есть тема, вот, которая с Альмирой Жуковой будет обсуждаться. Это уголовное дело по хищениям в Уфа-водоканале в 2019 году. Потом у нас суды против Баш РТС, кто и что выигрывает. А также письма в мэрию с предложениями по ЖКХ. Отдельной темой. Плюс возможные ваши вопросы и комментарии мы примем в чате YouTube-трансляции, поэтому воспользуйтесь случаем, и пока трансляция идет, пишите нам, что считаете нужным. Вадим? Да, вот Альмира включила запись, но, видимо, там нужно просто где-то на компьютере нажать, как мне кажется, там звук выключен. Но, Альмира Рашидовна, мы будем ждать, пока вы со звуком что-то настроите, пытайтесь нам что-то говорить. Мы пока пойдем по другим темам. И обязательно вот к этому вопросу про Уфа-водоканал тоже вернемся. Вот, тогда давайте про суды с ресурсоснабжающей организацией. Мы периодически в наших эфирах там кратко эти вопросы обсуждали. И вот, например, на прошлом эфире была активистка, да, там дома Мира 33, Ирина Опарина. И вот, в частности, наконец-то она, вот мы говорили про многодомовые ИТП, и вот на вчера буквально она поделилась информацией, что все-таки апелляция по вот, начислениям, связанным вот с этими многодомовыми ИТП, она состоялась, вывесили решение, и получается, апелляционная инстанция отклонила жалобу Баш РТС на решение суда первой инстанции. То есть там суть была какая? Тоже там касается вот этих условных там 130 домов. Когда в межотопительный сезон и при начале отопительного сезона ресурсоснабжающая организация пыталась в объем отопления включить некую разницу по гигакалориям, затраченным на горячую воду. Ну, очень так пытаюсь упрощенно говорить, потому что вот эти ИТП, если наши слушатели помнят, да, и у кого это стоит, они есть и те, которые готовят отопление, и которые готовят горячую воду. Вот, тоже там процесс длился долго, и эта ситуация, ну, там вот мы обсуждали в прошлом эфире, там, порядка там 3 лет уже она там пытается найти некие компромиссные решения, которого пока нет, но несмотря на то, что решение, как использовать эти ИТП, пока еще не существует, да, хотя мы помним, что министр ЖКХ Марзаев как раз приезжал в прошлый вторник и дал всем неделю на решение этого вопроса. Пока я нигде не видел, ну, что за неделю изменилось, будем пытаться выяснить. Вот. В то же время вот сами расчеты от ресурсоснабжающей организации по таким домам были признаны 2 судами неверными. И жителям вернули вот эту переплату. То есть это, ну, такая хорошая, на самом деле, победа. Истцом выступал здесь Госкомитет по жилищно-строительному надзору, за что им большое спасибо. Молодцы они в этом плане. Вот. Наверное, сейчас подождем, тоже посмотрим, как ресурсоснабжающая организация будет пытаться оспорить это в кассации. В то же время там, ну, интересно и сами расчеты, сами доводы. То есть мы попробуем их в дальнейшем там использовать по таким остальным домам. Дальше, что хотели еще обсудить вот из интересных исков с ресурсоснабжающей организацией. Несколько раз тоже говорили о том, что в прошлом году прокуратура Башкирии, вот по этим, если помните, там неким 42%, она выиграла иск тоже в отношении Башартеса, Башартес был ответчиком, по нарушениям в зимний период 2020 года, ну, то есть вот за ту зиму, когда как раз эти там большие перерасчеты были жителям сделаны в январе 2021 года. И странность этого дела в том, что оно, по-моему, уже
чуть ли не с февраля находится в Самаре в кассации, или с марта. Вот. И третий раз уже это дело откладывается. Ну, то есть кассационная инстанция, надо понимать, да, для тех наших слушателей, которые там в практике работы судов не сильно понимают, это так, ну, такая инстанция, которая, наверное, там в 99% случаев решение выносит там на одном заседании. Mm-hmm. То есть это когда, по сути, ну, просто собирается вся информация из первой инстанции, со второй инстанции, и суд ее оценив, ну, выносит какое-то решение. Вот, а тут, ну, апелляция довольно часто так делает, то есть крайне, ну, на моей практике, по крайней мере, там я не слышал, чтобы в кассации было 4 заседания. Бывало в апелляции тоже, где, по идее, должно быть одно решение, одно заседание, бывало там 2, 3, 4. Но вот здесь такая там сильно запутанная история, несколько, как мне кажется, она там политическая, да, потому что на круглом столе, который был в общественной палате, руководитель БашРТС Тимофей Дубровский как раз говорил, что вот, ну, скажем так, говорил, что они там якобы не пытались вникать, ну, вот вынесли решение, не сильно, естественно, устраивающая ресурсоснабжающую организацию. А вот якобы сейчас кассация вникает. Вот. Но вникая 4 заседания, то есть вот мы ждали, что 30 июня вот будет некое окончательное решение, которое поставит точку в целом по этому процессу, но вот его снова отложили на 14 июля. Что там происходит, естественно, ну, никто не рассказывает из сторон, там ни прокуратура, ни БашРТС. Очень все-таки хочется узнать, какие у них там идут либо баталии, либо какие-то там ходатайства они заявляют. Но вот дело на самом деле очень такое интересное и важное. Мы вот, повторюсь, там следим за ним, за каждым процессом, но как минимум там онлайн на сайте суда пытаемся увидеть это решение. Вот тоже будем говорить, потому что оно имеет ну, некое косвенное отношение вот ко всем этим перерасчетам, ко всем этим доначислениям, да, которые там, вы помните, 53 тысячи лицевых счетов, которые там вернули деньги. Ну, то есть большое количество людей в тот момент действительно пострадало, сейчас подробно останавливаться на этом не буду. И вот мы ждали ответ Госкомитета по Жилстройнадзору, вот по результатам круглого стола общественной палаты по этому поводу. Они пока, ну, скажем так, немножко криво отписались, то есть вот видите, с одной стороны мы их хвалим, что они подают хорошие иски в отношении потребителя, выигрывают, с другой стороны, другой рукой они там немножко стреляют себе в ногу и всем остальным потребителям. Вот. Тем не менее ждем, потому что напомню, что в общественной организации Уфа-Сити она планирует, ну, если не получив ответа на все эти вопросы, да, которые волнуют жителей, мы все-таки планируем подать в суд для того, чтобы эту информацию, ну, где-то выудить, да, и донести ее до потребителей. Вот. И третий интересный момент. Вчера, по-моему, или позавчера была опубликована новость, если кто следил. Активисты Нефтекамска записывали, по-моему, тоже полтора года назад некое видео на фоне открытых труб, которые идут вот по улице, ну, по улицам городов, по которым теплоноситель доставляется. И, по-моему, парня зовут Константин Зарубин. Угу. Вот он записал видео с тем, что ресурсоснабжающая организация не следит за энергоэффективностью. Вот посмотрите, какие у них там трубы открытые без изоляции. Ну, там весь ролик я сейчас не помню. Вот. И ресурсоснабжающая организация подала на этого парня иск в суд о защите чести и достоинства. И вот появилась новость о том, что с помощью коллег из компании «Бористер», Евгений Шулындин, они этот иск отбили, скажем так, и суд отказал ресурсоснабжающей организации вот в этом иске. Скорее всего, традиционно будет какая-то апелляция, будем ждать. Вот мы хотели подключиться, пообщаться тоже вот с этими ребятами, либо с Константином, либо вот с юристами. Вот прямо сейчас в момент эфира звонили коллеги, но вот я думаю, на другой эфир попробуем их позвать, обсудим детали, тоже довольно интересно. Вот, все это к чему? К тому, что действительно есть ситуации, когда
ресурсоснабжающая организация нарушает права, и судиться и доказывать свою правоту – это нормально, и мы, жители, к этому призываем. Потихонечку со всех концов маленькие капельки стекаются в этот ручеек и в реку, когда жители или прокуратуры, или надзорные органы пытаются добиваться восстановления прав, и это нормально. И не стоит бояться вот, заниматься вот этой нудной, порой тяжелой работой, которая в итоге приносит свои результаты. Вот. Сейчас, Альмира, можно узнать, слышно, не слышно? Не слышно. Так, ну, смотрите, Альмира, у нас вопрос про УФА-водоканал тоже он довольно интересный. Сейчас не буду пересказывать всю эту предысторию 2019 года. Там это был договор некий, то ли был он, то ли не был, между организацией ООО «Тандем» и УФА-водоканалом. Давайте все-таки попробуем с вами на следующую среду. Нет, сейчас я попробую, Вадим, я все-таки наберу ее по телефону. Давайте, Альмира, пообщаемся по телефону, да, по обычной связи. Да. То есть мы вас будем видеть, а слышать через мобильную связь. Да, давайте. Да, я уже набираю. Ну, пока мы дозвонились. Так. Ну, Альмира Рашидовна, вы с нами? Я уже давно с вами. Да. Это вы меня не слышите. Пожалуйста, отключите звук компьютера, где скайп включен, чтобы не было эхо. Я пробовала, Руслан. Отключить надо, не включить, отключить. Все, Руслан, все. Отключили? Да. Нет, не отключили, я слышу эхо. Отключила, Руслан. Ну как же так, ну эхо есть. Ну вот звук, вот я нажимаю. Включить звук. Выключить звук. Альмира Рашидовна, в целом на компьютере звук выключите просто и просто все. Колонки. Не в эфире. Да, пока Альмира Рашидовна настраивает, вы сейчас выключили микрофон в трансляции Skype, а надо просто звук в правом нижнем углу. Только в телефоне сейчас. Все, вот. О, прекрасно, теперь эхо пропало. Да, Вадим, все, тебе слово. Угу. Да, Альмира Рашидовна, смотрите, вот вы последнее время вникаете вот в ситуацию, связанную с уголовным делом неким по УФА-водоканалу, когда у них был заключен договор на там, какие-то иловые отходы, сброс отходов или переработку отходов вот в Уфимском районе. Давайте вкратце тоже там предысторию расскажите, о чем это дело, в отношении кого и что там пытается кто кому вменить, какие хищения. Вы знаете, в 2019 году было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств УФА-водоканала неустановленными лицами УФА-водоканала. Да? Значит, в рамках следствия выявлен подложный договор между такой организацией «Тандем» и УФА-водоканалом, МОП УФА-водоканалом. И этот договор был заключен якобы в 2011 году, во время того, когда руководителем был не, как его у нас, забыла, как его фамилия, сейчас, секундочку, когда старый руководитель был, значит, директором этого предприятия. Якобы там был Файзулин, Гельмудинов, Гордиенко. Сейчас я вам фамилию его назову, я просто по памяти. Я вот написала письмо, сейчас обратилась к главе республики, чтобы мне дали возможность по уголовному делу защищать водоканал как потерпевшего. Ну, в общем, старым руководителем водоканала якобы подписан этот договор между «Тандемом» и водоканалом в 2011 году. Однако никакого договора далее в рамках следствия, а вообще похищено денег, согласно контрольно-счетной палате, 5 миллиардов. Значит, а сейчас, согласно этого договора, «Тандем» должен был вывозить иловые остатки. В рамках следствия установили, что подпись не принадлежит бывшему руководителю водоканала.
Вот. И самое интересное, они этот договор включили, значит, в свою базу только в 2018 году, да, в 2019 даже, по-моему. Представляете, якобы в 2011 году он был заключен, в 2019 включили. Это было при руководстве уже Гильмутдинова, когда руководителем водоканала стал Гильмутдинов. Но самое интересное, не в рамках уголовного дела, не в рамках налоговой проверки, оригинал данного договора не был, я говорю, ну отойду на секунду, оригинал этого договора не был найден. То есть нигде нет оригинала, по которому можно было установить, заключался, ну то есть установить подписи. Этот оригинал, понятно, похищен только в связи с тем, что это договор фальшивый. Фальшивый, и по нему, значит, попытку украсть деньги. И вы знаете, меня что возмутило, вот такая наглость этих мошенников этого тандема. Самое интересное, директором этого тандема, да, значит, является некий Файзулин, который умер, и мать и сын, которые говорят, он никогда не занимался никакими остатками, он занимался пошивом обуви, пошивом одежды. Вот смотрите, при Гильмутдинове, посмотрите, что творилось в Уфа-водоканале, да? А теперь, когда начали следствие, я ознакомилась с налоговой проверкой, и когда следствие стало выяснять, значит, куда делся налоговый, оригинал договора, и КСП делали запросы, контрольно-счетная палата делала запросы по поводу предоставления оригинала, а нигде оригинал не был найден. Из показаний руководителя вот этого отдела, где фиксируются все договора, она говорит, что она отдала непосредственно своему начальнику Мингазову, который передал Гильмутдинову. Куда дальше делся договор, я не знаю. Вот понимаете, что творилось в водоканале при руководстве этого товарища Гильмутдинова. Теперь, знаете, дальше самое интересное, идет дальше, зная, что уголовное дело, представляете, идет, зная, что разбирается по этому вопросу. Это тандем подает в суд. Значит, и водоканал, и тандем заключает мировое соглашение, что они будут давать им иловые остатки. Можете себе представить? И дальше установлено, что никакие иловые остатки не вывозились. Сторож дал показания, что эти им номера машин дало руководство, чтобы написал журнал, якобы этими машинами, значит, вывозили силовые остатки. На те полигоны, которые указаны тандемом, что они вывозились, они руководителям этих полигонов сказано, что ничего не вывозилось. И вот вы представляете, эти мошенники сейчас подали в суд и хотят взыскать с Уфа-водоканала 240 миллионов. Представляете, ничего не боятся. И эти 240 миллионов, и те 5 миллиардов, понимаете, это все ляжет на наши плечи, если это позволится. И вот вы посмотрите, да, ну как можно было, и все тихо-вяло, водоканал тихо-вяло защищается, представляете, потому что из них взыщут, если выиграть это уже фирмы, выиграют эти 240 миллионов, и все это мы будем платить. Так, Альмира Шипна... Кстати, Фаридовичу вчера оставила ему обращение, чтобы он позволил мне... он не может, конечно, позволить, чтобы он помог мне в моем ходатайстве перед Уфа-водоканалом о том, чтобы меня допустили защищать. Самое интересное, вы посмотрите, Уфа-водоканал по 217 отказался от ознакомления дела. То есть им не 5 миллиардов неинтересны, не эти 240 миллионов, которые хотят украсть у нас, понимаете, и которые потом лягут, их же как-то надо возвращать, вы же сами понимаете, они лягут на наши плечи, Уфа-водоканал включит это в повышение, и все, и вот так будет. Поэтому я настолько вот разочарована в наших, как силовых, так и в руководстве республики. Ну, неужели неинтересно, куда 5 миллиардов, представляете, это мы бы обеспечили всю жилье сиротам. Вообще, все сироты в шоколаде бы у нас были. Инвалиды, сироты, понимаете? Никому не интересно. Вот бордюры, вот партия, вот еще надо помогать. И общественность должна контролировать, куда делись деньги, что я и буду делать. Так, Альмира Шитна, смотрите, то есть получается, ну вот если кратко обобщить,
был некий договор, по которому Уфа Водоканал платил своему подрядчику, но фактически работы не выполнялись, если я правильно понял. Да, да. То есть вот суть в этом, да? Сейчас новый мэр, мне кажется, он толковый молодой человек. Я еще попробую к нему обратиться за помощью, чтобы мы вместе уже с мэрией вот это дело вернули, прекратили вот этот рейдерский захват денег водоканала, понимаете? Поэтому мне нравится Мавлияров. Он просто еще недавно работает. Я вот, знаете, была на форуме, рядом со мной сел молодой человек, который очень хорошо говорил о нем. И просто он не какой-то чиновник, он просто общается. Который волонтер. Угу. И мне было приятно. На форуме я с вами рядом сидел, это не я был случайно? Не поняла, Вадим, немножко плохо слышно. Ладно, это я отвлекся немножко. Смотрите, Альмира Шитна, а вы пытались встречаться там, ну, с директором ГУП УФА Водоканала, там новый руководитель, или с министерством там, ЖКХ, или министерством... Я пыталась переговорить сначала с юристами, но у меня, к сожалению, не получилось. По понедельникам принимает руководитель. Вот, у меня есть и его сотовый, но мне неудобно беспокоить на сотовый телефон. Я записывалась в прошлый понедельник, но срочно пришлось по сироте уехать в Белебей по проблеме одного сироты. И поэтому в этот понедельник, Вадим, я обязательно буду с ним встречаться. Но вы Тахир Талибович позвоните, я с ним тоже общался, он довольно прогрессивно мыслящий руководитель, мне кажется, ему будет интересно послушать ваше мнение. Но директор УФА Водоканала Муладжанов Тахир Талибович. Да, 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 я ему обязательно с ним встречусь, и я думаю, ему нужна помощь. Ну, кто может отказаться от помощи, чтобы вернулись и не взыскивались деньги? Я думаю, ни один приличный, порядочный человек от этого не отказался. А еще вопрос, смотрите, то есть если вы сейчас обращаетесь к главе республики сразу, а вот пытались бы пообщаться с курирующими водоканал ведомствами, там, Минзем, по-моему, он как его, как ГУП, и МинЖКХ, как, ну, по сути, орган, который, в чьем подведе находится. Нет, Вадим, ни с кем я пока, вот я говорю, кроме руководителя Муладжонова, я не пыталась пообщаться, да, меня записали, но я сама не пришла, не смогла, только поэтому. И я сразу обратилась к главе. Ну, посмотрим реакцию главы, если Кесенбаев на себе не зациклит этот ответ опять. Ну, посмотрим. Так, ну все понятно, Руслан. Да, я спасибо. Тоже благодарю. Угу. Напомню, что в программе «Аспекты ЖКХ» участвовала правозащитница Альмира Жукова. Альмира Рашидовна, спасибо, мы вас отключаем. Всего доброго. Альмира Рашидовна, да, какая-то информация будет, обязательно тоже там говорите, пишите, будем эту информацию подсвечивать в эфире. Мы отключили, да. Ну что ж, у нас осталось еще время, и есть еще темы, самые главные. Да, ну, Руслан... Эта тема такая несколько обобщенная. Мы вот тоже на основе всех наших, наверное, предыдущих выпусков и участия в одном из выпусков сотрудников администрации, мы обсуждали в целом ряд текущих проблем, которые есть вот в городе, да, начиная от ИТП, в том числе вот эти многодомовые или ИТП, которые по некой доле вероятности могут быть не подготовлены к новому отопительному сезону, потому что пока денег на них не выделили. Это вот новые изменения с сентября по ОДН. И вот сегодня буквально видел в телеграм-канале «Моя Уфа», по-моему, это канал администрации, некие картинки, которые тоже я коллегам в администрацию немножко написал, что там есть небольшие огрехи. Например? Вот. Потом по работе, вот, скажем, ну, по из-за того, что сейчас некий есть информационный вакуум, в целом по ЖКХ, ну, мы видим информацию только про текущие оперативные совещания, которые проходят по пятницам, где, ну, там, скажем, сухая статистика, да, о том, что мы готовимся к отопительному сезону, сделано там условно там 40%, там и все будет хорошо. Это тоже, безусловно, важно, да, но есть вопросы у жителей, которые, ну, наиболее остро звучат и по которым непонятны пока на настоящий момент планы администрации, планы, возможно, там министерств, других ведомств по разрешению вот этих вопросов. И обобщив вот эти все болевые точки, да, можно их так сказать, за 2 недели мы написали в администрацию города 4 письма
ну, для того, чтобы все-таки получить ответы на эти вопросы, на которых пока нет, и, соответственно, иметь возможность потом эту информацию вот на канале, в эфирах, в каких-то новостях ее донести. Вот, про ИТП мы там действительно написали порядка там 5-6 вопросов, в том числе с предложениями, которые пересекались, вот, например, с многодомовыми, да, что их надо передавать там ресурсно-добывающей организации, и с вопросом, когда все-таки будет закончен ремонт оставшихся ИТП, которые не были, скажем, еще переданы жителям, потому что они сейчас еще в нерабочем состоянии. Потом по поводу ОДН, вот, на одном из эфиров тоже рассказывал про управдом, где была зачитана резолюция круглого стола. Я общался там тоже с депутатами, с некоторыми. Ну, действительно, пока вот такого четкого понимания, что делать с сентября, нет. Mm-hmm. И вот мы тоже отправили 9 предложений. Ну, раз пока, скажем, другие общественные организации никуда не приглашают, вот, приходится работать в эпистолярном жанре. И, наверное, на следующей неделе мы планируем в целом подготовить некую, ну, такую длинную, нудную, но важную для жителей пошаговую инструкцию, как подготовиться все-таки к этим изменениям. Ну, потому что вот информации пока нет, да. Кроме, так получается часто, что кроме нас самих, по сути, к этому никто не готовится. Вот, потом как раз-таки на основе того, что у нас мы посчитали, по крайней мере, в открытых источниках информации в Уфе есть 8 разных общественных организаций, которые занимаются вопросами ЖКХ. 8. Причем 8. Большая часть из них официально зарегистрирована в Минюсте, даже в виде там некоммерческих организаций и прочее, прочее. То есть я предполагаю, но я большинство из этих организаций знаю, по-моему, кроме одной, но слышал, но не общался лично. Ну, там тоже есть некие интересные вещи, ну ладно. Вот, то есть есть организации, которые занимаются делами различными способами, да, то есть кто-то пишет там в суды, кто-то проводит просвещение, кто-то ходит на митинги, пикеты и прочее. То есть в любом случае вся деятельность направлена на, ну, скажем, не популяризацию, да, этого вопроса, но для вынесения его в некие информационное поле, чтобы жители об этом знали. Вот. А так получается, что у нас, ну, к моему глубочайшему сожалению, на текущий момент администрация города, по сути, отстранилась от всех общественных организаций, кроме одной. Вот. И эта ситуация не сильно, ну, по крайней мере, мне, как человеку, да, там, побывавшему на той стороне, что, ну, мне кажется, любые адекватные и разумные предложения имеют смысл выслушивать, как минимум. Mm-hmm. Принимать решение, не принимать, это уже, безусловно, прерогатива там органа власти, но давать возможность говорить нормальные разумные вещи необходимо всем. Вот. Это будет диалог, да, про который говорят все, про который говорят и глава города, и глава республики, и президент страны. То есть надо общаться с людьми, надо вот вести некие диалоги. Вот пока я этого не вижу, вот тоже написали некое письмо, чтобы понять, как мэрия планирует общаться со всеми, скажем, общественными течениями в ЖКХ, вот в городе. И четвертый вопрос как раз касается вот планов по управляющим компаниям. Причем там уже, если помнишь, Руслан, вот этот вопрос, ну, так широко возник на совете СПЧ еще в июне прошлого года. Да, год назад. У меня был доклад, и глава республики по результатам вот этого совещания дал поручение министерству и городу, ну, наметить некий план там реорганизации или оптимизации эффективности этих управляющих организаций городских. Прошел год, по сути, уже второй пошел, итога нет. Нет. Ну, к сожалению, или к несчастью, или к счастью, не знаю, да. При том, что, ну, вот пока, опять-таки, повторюсь, сложность-то в том, что в открытых информационных ресурсах не проходит никакая информация, что делается. Кроме того, что вот, по-моему, тоже там неделю две назад был подписан приказ о создании рабочей группы по работе с этими управляющими компаниями. И этот приказ родился еще на основании совещания в апреле.
Вот. И есть, ну, по крайней мере, опять-таки, текущее понимание со стороны руководства города, что единой управляющей компании не будет, будет, скажем, реанимация действующих, но в каком виде, как это будет происходить, вот никто не знает, и по этому поводу тоже письмо написали, потому что глава, опять-таки, на пресс-конференции, вот когда со СМИ было, говорил, что вот за мэра будет, скажем так, презентовать, ну, вот эти планы или какие-то итоги этой деятельности. Пока этого не происходит, к сожалению, вот, соответственно, написали тоже некий запрос. Будем пытаться выяснить, что происходит в городе, и доносить эту информацию до наших слушателей. Поэтому активно, ну, с учетом лета, все-таки действительно не сильно такая там жаркая пора для новостных поводов в сфере ЖКХ. Но вот деятельность ведем, потихонечку пытаемся традиционно людей направлять в то русло, где им будет наименее трудозатратно и наиболее эффективно решать свои вопросы в сфере ЖКХ. Остается людям сказать лишь дерзайте, да, пользуйтесь, пока профессионалы в этой сфере готовят реальные инструкции, которые, надеемся, будут более эффективными, чем разрозненные какие-то попытки добиться реализации своих прав. Поэтому, Руслан, по тем, то, что хотели обсудить, у меня все. Спасибо тем, кто нас слушал, кто нас смотрел. Присоединяйтесь, подкидывайте нам вопросы для обсуждения. Мы всегда рады, потому что это касается, ну, всех нас. И я причем думаю, что пора попробовать подключать еще и коллег из других районов, ну, потому что есть активные жители и в Стерлитамаке, в Салавате, в Кумертау, в том же Нефтекамске. То есть у них тоже есть там, мне кажется, мы их необоснованно обделяем вниманием, да, там зацикливаясь на Уфе. Безусловно, мы обсуждаем вопросы, которые и их в том числе касаются, ну, такие там общефедеральных, да, изменений, как тот же самый ОДН, будет и это везде. Но есть интересные темы, надо попробовать их тоже подключать к нашим обсуждениям. Вот так. Да, полностью согласен и поддерживаю. Конечно, делиться опытом. Те же самые общественники, которых ты назвал, там, 8, да? Ну, кто-то из них, наверное, же занимается реальным делом, я могу предположить. Поэтому их тоже можно привлекать к нашему проекту. Спасибо большое всем нашим зрителям, слушателям и участникам, конечно, отдельное спасибо. Вадим Беляков, Руслан Валиев были с вами в рамках проекта «Аспекты ЖКХ» на канале «Аспекты Башкортостан». Не забудьте поставить лайк под этой трансляцией в YouTube, ВКонтакте и в Одноклассниках. Это нам очень помогает. Услышимся с вами сегодня в программе «Аспекты мнений» с социологом Арсеном Нуриджановым в 15 часов. А все это время не пропускайте самые свежие новости на канале аспектов в Телеграме, а также сайт aspektymedia.ru. Не забывайте, мобильная версия, компьютерная версия, все это работает доступно и прямо сейчас.